Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией сегодняшнего видео боксу, где нам абсолютно без вложений дают зарабатывать денежку на просмотре сайтов India Click. Я проверила этот бокс на вывод, все замечательно, друзья, бокс платит. Вот только здесь написано, что вывод среда, суббота и воскресенье, но я ставила вчера. Вчера был вторник, и я не заходила в кошелек, мне пришли денежки. Все замечательно, друзья, букс платит. Сейчас зайду в кабинет. Значит, вот у меня баланс по нулям, выводила я 24 цента. Здесь минималка от 10 центов, но еще нужно набрать, помимо этого, 300 кликов. Вот 310 у меня кликов. Значит, логи. Так, где у нас журнал? История вывода. Комплект. 17 августа. И вот 17 августа. Перевод выполнен 0.24 USD. И вывод. Вот комментарий. India Click. Все замечательно. Бокс платит, друзья. Вот. Короткие ссылки там я последние. Я их не просматриваю. Я просматриваю только просмотр сайтов. Я ссылки эти не люблю. И также, если кликну изымать 10 центов. Но здесь довольно-таки недорогой апгрейд я делала здесь, друзья. Я делала за 50 центов апгрейд. Далее идет доллар, полтора и два. Я считаю, это не завышено. Как бы, да? И что, если мы пойдем на форум, они просят, друзья. Так, сейчас. Хочу я вам подтверждение разместить доказательства оплаты. Во-первых, нужно на форуме. Это я потом. Но они еще требуют вот здесь разместить. Так, это не то. Я вам показала. Другое. Это типа форума что-то, но мне туда не попасть. Так. Помощь поддержки. Способ оплаты. Так, это способы оплаты. Еще подтверждение. Вот сюда. Вот. Опять я не туда попала. Господи. С этим переводом. Так. Вот куда-то вот сюда. Нужно разместить доказательство оплаты. Вот. Наверное, вот это. Угу. Значит, мы никогда не хотели, чтобы к нашим членам применялись какие-либо силы, такие как баллы за снятие средств и обязательные депозиты. Ля-ля-ля, тополя здесь почитайте и разместите доказательства оплаты в рейтинге Fox. Сообщать об ошибках. Сообщать об ошибках. Спасибо, админ. Я не понимаю, что это такое. Я кликаю. И вот у меня вот такая фигня. Вот. Я так понимаю, возможно, если зайти попробовать через расширение. Обновить. Зайду я сюда. Нет, видите? Мне не зайти ни так, ни так. Вот. Ну ладно, скопирую и как бы выложу скриншот на форуме, пусть админ разбирается, как я буду сообщать об ошибках, если вот здесь такая вот ошибка. Правильно. Вот. Кому интересно, работаем. Мне интересно, не работаем. Как я говорю всегда, в интернете не зарабатывает только ленивый. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.